На выставке картины и собрания Третьяковской галереи сегодня побывал губернатор Михаил Юрьевич. Напомним, работы русских художников недавно привезли в Челябинский музей искусств. Как выяснилось, со многими пейзажами Михаил Юрьевич хорошо знаком. Основная тема картины – Италия в 18-19 веках. Тогда царское правительство отправляло художников, не только художников, отправляли много в Европу на обучение жителей нашей страны, и инженеров, и художников, и художников отправляли в Италию, платили стипендии. Ну и, естественно, результатом обучения являлись картины, которые потом приходилось показывать и отчитываться о проведенном времени. Губернатор отметил, что регулярно бывает в музеях и картинных галереях. Из последних впечатлений Михаила Юрьевича – несколько часов, проведенных в Лувре. Выставка картин Третьяковки в Челябинске проходит при поддержке областного правительства. Третьяковская галерея по России очень мало путешествует. А в основном она путешествует по всему миру. То есть выставки проходят в Лондоне, в Нью-Йорке, Токио, Париж, там другие крупные города. Ну и в том числе иногда это бывает и в России, очень редко. Поэтому в Челябинске это, наверное, первый раз. Первый раз в Челябинске? Да. Первый раз в Челябинске.